Ну что? Итак, друзья, у нас 5 глава «Большой турнир». Пока Робин и его товарищи спасали кузнеца из лап шерифа, судьба распорядилась по-своему, и сундуки с золотом достигли своего тайного места назначения. Вот карандашный набросок такой. Так, соберите поле. До начала игры все жетоны необходимо перевернуть так, чтобы не было видно звездочек, кроме двумя звездочек. Высыпьте содержимое мешка. Выберите разбойника, лук. Диск своего цвета, красный и белый диск, а также один серый и один лиловый. Убрать? Наши цвета, нет, в мешке должны быть. Один серый и один лиловый, и наши цвета. А белого нет? Красный и белый, ага. А также один серый и один лиловый. А, также 18.3. Ага. Сделал? Да. А, в зависимости от, на плохую концовку фишки часов. Три игрока, 7. Нормально времени не дает. В зависимости от количества игроков, поместите фигурку барда, 3 игрока на 8. Продолжаем чтение. Расстановка игроков на поле. Лиловая Гай Гизмар в тени под, перед воротами замка. На деревянные мостки теперь у нас. 30, 32, 33, 38. 32, вот 30. Переверните жетон 110 нищий у стены замка. Нету его. Ага. И жетон 160 грибы. Да что ж такое, не грибов нет. Он грибы забрал и ушел. У него ж рот зеленый был, помнишь? Он их там выращивал. Новое правило, торговцы. Здрасте. Если игрок исследует жетон одного из двух торговцев, 100 и 120, вот он, 100. Ага. И 120. Это вот этот, не местный. Ага. Вот, двое. Так. Он может воспользоваться предложением обмена, в ходе которого игрок перемещает любое количество своих кубиков с предметов верхнего свитка на нижний. Никогда не наоборот. Теперь каждый игрок может разместить кубик своего цвета на изображение шкуры. Шкуры можно использовать при обмене, но больше они ни для чего не нужны. А вот эти кубики, которые у нас были, шляпа. Не сказано, что их надо убрать. Только топор было сказано убрать. Да. У нас осталось знамя, у нас остался сундук. Да. Он тут. Нет, ребят. Нам нужен ключ. Но сундук. Ну вообще поле, видишь, собирается заново каждый раз. Да. Поэтому вот этого у нас нет. И луков нет у нас. Луки есть. Было сказано, что поместите на лук. А, вот. Значит, тогда... Не, вот просто шкуры у нас три есть. У нас теперь шкуры есть. Они вот как раз для обмена на вот это. Но только белый на синий. Да, на синий. Ну да. И вот это уходит. А, все ясно. Блин, жалко, знамя мы не это воткнули бы больше. Продолжайте чтение на странице 48. Заливи на сердце. Я так понимаю, короля здесь фильм. Продолжается. Он умер? Нет. Ну, сейчас умер. Ну, да. Ну, в смысле, да, на сегодняшний момент, да, так, а он жив. Нет, я имею в виду сейчас, он там, нет, он договорил. Он не. Нет, он не умер. Он не. Вот. Он может быть там не настоящий, а? Так, читаем. А король-то не настоящий. Робин думал о том, что случилось за последние несколько дней. Когда кузнеца привезли в тайный лагерь и привели в сознание, он сообщил: король Ричард убит по дороге домой. Здрасте, приехали. Говорят, он пустился в путь тайно, переодетым, в сопровождении всего нескольких верных рыцарей. И вот. Теперь, когда этот слух обсуждался повсюду, Робин все еще не мог поверить. Король Ричард мертв? Во время крестового похода Робин отказался подчиниться его приказу, и Ричард заключил ослушника в тюрьму. Когда Робин исхитрился бежать, особой симпатии к своему сузерену он уже не испытывал. Тем не менее, как и все здесь, в Англии, он надеялся, что тот вернет, что вот вернется Ричард домой, и жизнь наладится. А теперь? Что будет теперь? Кто будет править Англией? Внезапный рокот барабанов вдали и чьи-то голоса вырвали Робина из размышлений. Что происходит? А это глашатаи объявляют. «Слушайте! Слушайте все! Наш любимый принц Джон, скорбя о павшем брате, Ричарде Львиное Сердце, объявляют турнир лучников как дань его памяти. На состязание приглашаются лучшие вассалы и знатные дворяне ближних и дальних земель. Да победит лучшее семейство! Победитель стяжает злато, почет и высокий титул. Возьмите жетон с предметами с игрового поля, справа сверху, позади замка». О, что? Ну... «И поместите его рядом с полем.
В выемке под жетоном вы найдете турнирную площадку. Прикольно. Турнир лучников, думает Робин. А что, если приз не достанется ни одному из дворянских домов? Что, если выиграет простой человек? Разбойник. Цель этого приключения. Робин должен выиграть турнир до того, как последняя фишка часов будет убрана с плохой концовки. О том, как выиграть турнир, он узнает, когда исследует турнирную площадку. Первое задание. Чтобы осмотреться перед турниром, Робину нужны шапка и плащ. Без этой маскировки он не может войти на площадку 65. И, конечно же, ему понадобится лук. Совет. Хорошенько подумайте, как и где вы могли бы раздобыть шапку и плащ. В этом приключении также есть дополнительная задача. Разбойники обеспокоены тем, что, спасая кузнеца, они одновременно подвергли опасности других местных жителей. В опасности сейчас два жителя, которых нужно доставить в укрытие. Поместите два красных кубика на песчаный круг в центре турнирной площадки. Угу. Робин может выйти на поле для турнира только после того, как двое жителей окажутся в безопасности, и оба красных кубика с площадки будут убраны. Совет. Хорошенько подумайте, кем могут быть эти жители. Теперь вложите золотую ленту между страницами 48-49. Сказал, вытяните первый диск из мешка. 100%. Один кузнец. А, этот, да. Плотник. Он же сказал, плотник, что за мной тоже придут. А вот кто еще? Ну, не кузнец, не кузнец. Плотник и... Смотри, надо подумать, кто нужен на турнире. Священник. Ага. Не, подожди. Стрелы освещают. Может быть, священник был бы под угрозой, если бы мы возвели знамя, но мы не возвели. Он же нам его дал. Священник нужен... Нам дал вот этот. А, это дал, я думал, священник. Священник нужен на турнире, там как бы это... И умирают, бывает. Так они по мишеням стреляют, чего они умирать-то будут? Ага. Стрела кому-нибудь в глаз попадет. Ну да, бро. А он здесь при чем? Ладно, ну а кто у нас? На месте ответ. Выбор как бы небольшой. Не, почему? Вот есть где этот мужик какой-то. Это торговец, с ним правила торговли вот эти. Это точно не он. А, служанка. Служанка. Если король там присутствует. Служанка. Ну служанка вряд ли. Но она все равно рядом. Значит, жена плотника. Фу, жена этого кузнеца. Ну, тут в любом случае они все рядом, как бы. Так, где мне взять плащ и шапку? Плащ еще не приехал, плащ поэтому здесь, нам столько здесь времени дали. Капец. Они будут потихоньку выезжать, и нам их надо успевать ловить, пока ага, не приехали. Ага, какой. Надо караулить их. Караулить их надо сидеть, да. Кстати, вот этот чертил, ты не ушел с ним, можно поговорить. Может, он шапку даст? Он да, умный. Блин, хотя... Мне кажется, тоже, шапку и плащ взять. Здесь можно еще да, это по-другому. Альтернативно. Найти. Да. Ну вот с ней поговорю в первую очередь. Да, она рядом, обязательно. У нее, наверное, есть красивая одежда. Она же служанка блин. При дворе. Будешь ты в женской шляпке ходить. Так можно? Можно? Чепчик стирает для короля. Чепчик такой. На речку ходит стирать банный. Для короля. Хотя, я думаю, они там не стирают. На речке блин. Королевский шмот. Может, здесь, кстати, вон плащ какой-то сложен. Да, кстати. Оно же зависит, ну, кстати, от этого. Да. А тут он ходит. Вот он, да. Там шантропопцы. Да. Понимаешь? Шантропопцы вот. Я не его хочу его надо встречать. Выводить. Давайте не диск, что да, тяни. Его надо, подожди, его может вывести куда-то сюда, чтобы ты мог тут пошарить. Ты меня походить. Из себя сейчас выведешь. Может быть. Робин Гуд приказал, сдавай. Сдавайся. Он да. Типа главный. Я пошел. Типа. Ну типа. Да. Так. Там реально он типа главный. Нам пока этот торговец не нужен. Или нужен. А чем торговать? А чем? Кушкуры. А он только торгует? Нет. Или можно ну, у него узнать он информацию про плащ? Щит можно взять. Только торгует. Щит от шантропопца. Веревка. Веревка, бочонок, рог. Веревка это сбегать из замка. Рог. Веревкой можно еще не знаю, связывать себя. Классно вообще. Просто у меня какой план? Либо идти тогда сюда разбираться с этими ребятами. Да. Либо идти сюда и караулить вот этого. Да. И то надо. Вот, вот этого разбери, а потом вот а что у этого? Окей. У него мешок. А, ну, по крайней мере, от фиолетовых избавлюсь, если что. Ну, да, и этого тоже двигать. Давай. Бегом прям. Да я ж не достаю. Он не достанет. Хотя, подожди. Да не. Гля, на 4. Достал. На 4. На. Уголками, уголками. Да, да, диагональками надо ходить. Это ж читня. Раз.
Не, ну хотя бы три, если да. Да, избавиться от этого, блин. Нормально, 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 нормально. Можно раз, два. И синий мешок. Самое ценное. Голубой мешок ближе качается. Похож на горшок. Ну, кстати, меч тебе, если еще купить. Да у меня и так 4. Ты в бою 4, а с мечом еще плюс 2, ты 6 будешь тянуть. А понадобится? Я просто продолжение песенки придумал. 6! Какие можно 6 фиолетовых скидывать? Отложу катюшок. Угомонись ты, гля. Давай, погнали. Бам, желтый. О, время откладывать. Так, деньги. Да. Ну чё, надо этого, надо встать так, чтобы вот этого... Ну, слази и стреляй из тени. Вот так. Вот так. Подожди, можно даже вот, вот так. Да. Вот так. Путь такой. Ты будешь говорить с этим, с водовозом? С водовозом давай. С фермером? Да пошел он. Да водовоз он, мало. Да это фермер. Это фермер. Там вода-водовоз. Вода-вода-водовоз. Ну... Вот, он прекрасно вот нам принес. Плюс один? Плюс один. Ну вот, да. Мы уже, кстати, на один круг, считай, три этих сделали. Тьфу-тьфу, чтоб не звалить. Стоплевал. Так. Оп. О, вот. Нормально, нормально, лучше сейчас. Да, пока да, да, мы да, три. Знаю, да, я согласен. Чё там дальше? Кроме меня. Печатьку? Нет, подожди. Все, да, да, печать. Это сбрасывает. Подожди, не, потом. Не, печать, печать, печать. Там да, еще правила может... рулят. Да. Не слиплись. Давай вот эту. 10-4. 22-я. О! Кто в замок? 10 вот здесь. Опа. Ну, не надо. Давай, давай. Да мало ли может... 17, 20. 20! 17! Орешь! 17 здесь, херти где. А 10-4 открыли? Приехал. Да. 10 есть, а 4. 4 я не открыл, вот. 17-20, 22-10-4. 22 открыл. Нет, 17-20 открыли. Он не учится на ошибках. А, вот дурачок, смотри. Его поколотили, забрали золото. Он такой, а что? А у меня еще есть. Теперь надо часики. Часики тикают. Минус часики, минус часики. Поехали. Новая, бамс, серенькая. Так. Кто хочет? Мочи. Я, да? Конечно. Давай, легко. Белый. Белый, да. Только я теперь немного похожу вот сюда. Ну, давай, хорошо. Да. Бамс. Бамс. Да давай. С левого угла. О, о, слушай, молодец. Хорош прям. Прям и хорош. Еще, еще два. Мешочки. Раз, два. И мешок. Бля, два мешка с золотом уже. Шагло. Давай, давай, фишка прет первые пять минут. Этот же хлопнул как его? Большой малыш. Да. Большой малыш. О, шантропопис. Так, ты там. Меня не видят. Значит, ко мне. Ну, нормально. Давай. Крути там его, верти. Да пусть плывет ко мне. Ну, что ты его жопой разворачиваешь? Ну, он задом ездит, он странный. Все ходят. Все. Ну, давай кто? Я со служаночкой. Кто-то будет проверки проходить? Да, подожди, нет. Да нет. Нет. Да нетки, надо. Давай со служаночкой поговорим. Угу. Давай, да нет. Я вообще один, кстати, использовал даже. Да может, это два кубика закинем? Давай. Нет, не можно. Да. 130, читайте. Давай. Мне нужна твоя одежда. Я потом, короче, тогда на лодке поплыву. Так, большой турнир. Хотя с другой стороны. А чё нет? А одежду где брать? Ну, вот этого нам надо сейчас отвлечь туда. Угу. Потом этот приедет. Служанка пускает глаза, когда вы подходите. Я была так не права в отношении вас. Конечно. То, что вы спасли кузнеца, было отважным и добрым деянием. Чем я могу помочь вам? Мне нужна твоя одежда. Попросить плащ и шапку, чтобы замаскироваться. Да. Спросить, не нуждается ли она в безопасном укрытии. Попросить у нее еды или другой помощи. Мне нужна твоя одежда. Подожди, подожди. Ну, а вдруг... Плащ и шапка. Спасать. Нет, ее не надо. Точно? Да, точно. Я ничего не могу сказать, потому что я прочитал. Я знаю. Блин. Мне нужна твоя одежда. Хорошо. Так, к сожалению, я тут бессильна. Но, может быть, смогу как-нибудь помочь как-то еще? Тебе продолжайте читать ответ В. Думаю, бочонок доброго вина вам пойдет на пользу. Нате!
Теперь вы можете один кубик своего цвета на изображение бочонка. И переверните жетон. А что бочонок делает? А, бегать. А, бег дополнительно. Бег, да. Блин, мне кажется, ну, что... Ну и небольшой спойлер, она не нуждалась в помощи. Ну, да. Ой. Ну потому что она закрылась. Все, нормально. Хорош, хорош. Да, потому что если бы она нуждалась, она бы не закрылась. Конечно, да, согласен. Так, дальше. Кто ходит? Белый походил. Угу. Я вот что думаю, а вдруг тут кто-то едет, у кого есть одежда, а там вопроса ограбить. Нет. Там нет вопроса, там это четкое правило, да, да, да. Попасть в замок. Я понял, всё. Да. Ну давай я с этим поговорю. Поговори, да, с водовозом. Почему бы и нет? Африканский водовоз. 80. Он покушать нам привез. Большой турнир, 85. Ну если в Африке больше ничего нет, кроме воды. Олрич меланхолично напевает себе под нос. Увидев вас, он замолкает и притормаживает свою телегу. Песня «Печальный король». Тебе она знакома, а? Превосходная баллада. Под стать этим темным временам. Вы спрашиваете, плащ и шапку, чтобы замаскироваться? Не нуждается ли он в безопасном укрытии? У него еды или другой помощи? Ну чё? Ну, вряд ли ему укрытие надо, он да. Себя абсолютно офигенно чувствует. Да, он идет свистит под эту. Он еще и на их стороне там. Давай. Плащ. Ну что, плащ, шапку у него спрашивают? А что еще? Ну, помощи, типа. Ну, если у него нет плаща и шапки, может, он поможет. Типа, как так же, как с этой, что ли? Ну да, а так он мерзкий чувак, вряд ли он помощь. Ну ладно, давай плащ, шапку. Давай. Не, у меня ничего такого нету. Я человек честный, ни от кого лица не прячу. Может, я тебе еще чем помогу? Читайте ну, ответ вы. А, ну та же самая фигня. Да. Хочешь, подвезу тебя? Или предпочтешь перекусить чего-нибудь? Сейчас вы можете переместить свою фигурку на жетон 62, тень посреди леса, или положить в мешок 3 белых кубика. Опа, вот сюда. Возит. Ну, туда нет смысла. Мне, 3 белых. Мне там не надо. 3 белых, да. Переверните мне жетон фермера. Ну и тоже он с помощью он не нуждался. Он честный, да, фермер. Да понятно, что он в помощи не нуждается. Да. Там. Преследуют, вот. Он сказал, что за шуры-муры за мной придут. Да. Этот нам помог же. Да, за ним могут прийти. Вот эти двое нуждаются в помощи. Да. Все нормально, я тогда к ним поплыву. Ну, блин, без шапки. А куда ты бежишь, скажи мне, зачем? 3. А зачем? Встань здесь в тени, стой. Хотя... Потом да, вы мне будете шапки носить. Да, согласен, да. И все, и жди его. Появится, выйдешь. Я хочу еще колесо смотреть. Я ж не буду просто ходить, правильно? Ну, сейчас пока так. Да, да, пока да. Давай. Стражника пинаешь? Ну, сейчас зеленый стражник, там кусты. А что ты тащишь тогда? А, решил, блин. Я просто не понял. Ходи. Хожу. А там больше другого нет. Ну и что, пацаны, мне на лодку, вы мне тогда шапку принесете. Ты посмотри на меня. Или что мне делать? В смысле, как я тебе шапку подожди, принесу? Подожди, мы же как договорились, тебе надо еще вот это осмотреть. А его ну тут надо вот зелененький плащ. Да, его надо отманить. Ну ладно, я тогда тихонечко сюда двигаюсь. А шапка будет здесь. Как ты сюда тихонечко подвинешься, если он к тебе побежит? Не подвинешься. Уйди на мостки. Тебе вот сюда надо. Отсюда потом откуда-нибудь слезешь и побежишь. Вот, тебе вот сюда. А что делать? Ты вот сюда иди. Ты Робин Гуд. Да. Тебе прятаться надо. Ну, я до туда не дохожу, начнем с того. Ну, пробежать. Не надо. Тогда. Мы вот 3 сюда, куба короче, левых накидали. Да. Или пробежать. Куда? Вот сюда. А отсюда бы следующий ход. Не надо, пусть не белый. Потом на следующий ход пробегу. Белый закидываю. А все, там же нет ничего. Чё, а, серьезно? Да? Ну типа все подожди. Вышли. А, да? Все же вышли. Свяжу. Да. О, отлично. А что ты собирался делать? На открытой местности я стою. Я боялся красный, придет 12-й, до свидания. Давай, вали. А у тебя же ворон есть. Ну ворон есть. А, ну ворон только на настоящий. Конечно. А если он придет? Ну, мы замешаем вот в любом случае. Шлёп. Мы замешаем второго. Тут этот. Шлёпнуть-то ты шлёпнешь, но еще красный может выйти, еще он может 2 раза походить. Еще есть белый, серый. Угу. Иди из лука вот этого убей. Ты добежать хочешь до него. У него тоже мешок. У нас будет 3... Если шлёпнешь, будет мешок. Сможешь убежать. Мешок надо использовать до того, как жетон вытащил. Конечно. Если он сейчас заберет мешок, ты можешь этим же ходом до нее дойти, допустим. Если что. Да, давай. Давай попробуем. А там белых сюда, уже много. А ворона сюда кинуть тогда надо будет.
Но он ворона может кидать только без бега. Да. Дерись. Ну, хотя бы, да, так потихонечку. Давай. Белый. Не, белого же нет. Да, без бели. Так. Безбилетный. Безбилетный проезд. Так. Вот. Есть. Всё. Нормально. Закончилось. Раз, плюс два. Два. И выдай мне мешок желтого. Желтый мешок. И я хочу его использовать и валить отсюда. Хотя, подожди, может он не придет за два. Он меня не достанет. Ну, ты еще вероятность такая, что... Да, он не достанет. Не достанет. Ну, типа... Не достанет. Он не достанет, плевать. Оставим мешок. Оставим мешок. Все. Плевать вообще. Поехали дальше. Бам. Раз, два, три. Так, карета к замку дьявола уехала. Уехала. Еще один. 6-12. Фух, главное не три. Повезло. Главное не три. Да. Я ж тоже смотрю. 6 внизу вот здесь. Так, 12 есть. Кто еще? 15-19. О! Нет. Нет, это 16. 15 это вот этот. И 19. О, плащ приехал. Плащ приехал. Я заплачу. Хорошо. Так, опустили, да, на единичку? Да. Есть. Кстати, у тебя появилась цель. Меч. Там меч, кстати, да. Вот будем сейчас его добить. Так, ну погнали. Давай. Два фиолетовых теперь там. И фиолетовый, да. Да, блин. Три кубика. Мне сейчас тяжелее будет мужика валить этого. Ну, хотя несколько ходов тогда будет. Где еще один шантропопец? Да вот он, я его уж зажилил себе. Бам. О. О, отлично, я свалил. Ходите. Давай я подерусь сначала. Или подожди. Ты сначала. Давай этот важнее. Я просто похожу с белыми. Да. Давай. Потом да. Я потом... Мне тогда... Дойдёшь, я к этому пойду. Дойдешь. А там вот. Ты ворона. Ворона. Ты ж пешочком. Без белого тогда. Тогда без белого. А ты дойдешь? Дойдет. Не дойдет. Дойдет. Дохожу. Ворона кидай. 90, да? Без белого. Большой турнир, 95. Хранитель леса серьезно смотрит на вас. Чего? Люди шерифа снова своевольничают в лесу. Они выезжают убивать животных, просто чтобы развлечься. Положи этому конец. Отметьте овальные жетоны 3.9 красными кубиками. Она задание выдает постоянно. В лесу стражники. 9. И 3. Охотники. Подожди. Вот здесь. Вот он. И? Если вы победили этих двух стражников, вы можете убрать красные кубики в общий запас, положить одну дополнительную фишку часов на плохую концовку. Примечание. Разумеется, победить стражников можно только тогда, когда они лежат лицом вверх. Ну, понятно. Теперь вложите красную ленту между страницами 94 и 95 на случай, если захотите освежить в памяти задание Хранителя леса. Понятно. Он, короче, выдает задание и перевернуть. Да, он всегда выдает задание, я так понимаю. Ну, типа, плюс одна фишка часов, да, если этих двух победить. Топ квест. Надо прийти, взять задание, а потом еще и выполнить. Нормально, потом я его шлепну. Ну, что, я... Подожди, это белый. Это белый. Да, куда ты тянешь? Он... Ну, я походил, да. А, ну походил. Вот, я же смотрю. Ты там... закинул уже, да? Сейчас. А вот я походил, теперь закинул, теперь тяну. Давай, мне нужна плащ-палатка. Да, сейчас все будет. Так, у меня 4 куба. Ну, все, плащ взял. И плюс 2. Тринг. О, плащик. Угу. Пока не твой, но и подлещик. У меня, да? Я теперь давайте. Тоже походил. Доходишь? Да. Бежишь. Да, спрыгнет. Дойдет. Хотя мне другой стороны на мостки обратно возвращаться. Вот здесь, конечно. Стражник. Да. Может появиться и схватить меня. Ну, схватит, вали его тогда. А, нет, красный выходит. Вышел уже. Красный я еще вышел. Похожу. Да, ты еще походишь. Нормально, еще и серый будет. Давай да, вот здесь, да, кстати, ладно. Да. Нам с тобой все равно пересекаться где-то здесь. Пересекаться, да. Поэтому ну, давай, встретимся мешок. На мостках. Мешок у тебя. Ага, точно. Раз. Все. А, я за себя закидывал? Я закинул. Закинул. Конечно. Ну все, меч. Твой меч. Меч, голова с плеч. И на 2, да, поднимаем? Меч, кстати, можно у торговца за шкуру купить, если что. Да. Можно нам было. Шкура вообще как бы не нужна, да, я так понимаю? Скорее да, всего. И там и сказано, ее чисто на обмен. Угу. Можно лук продать. В крайнем случае. Это но так, тебе так, нельзя. Мне нет. Все походили? Щит да. Я могу купить или рог.
Щиторок. Щиторок. Иди к своему колесу. Я буду вот так и отсюда уже на мостках. Да, да. И там на мостках встретить. А колесо это щит. Ну, не 180. Факт. Не факт. Мало ли что-то. Какой там номер? 180. 185. Вы находите колесо от повозки. Вероятно, ее сопровождали вооруженные люди, потому что всего в нескольких ярдах от колеса под кустом кем-то позабыт очень хороший меч. А, вот, теперь меч. Теперь можете положить один кубик своего цвета на изображение меча, затем переверните жетон колеса. Это ж хорошо. Ну вот у каждого свой. У тебя получается 4, плюс за меч 2, 6 кубиков будешь тянуть. В ближнем. А если еще один меч куплю? О, 8. Вот это сразу мешок вычистил и все. Так. Ну это за первого ж белого, ты же понимаешь. Ну понятно, да, но все равно. Прикинь, как очистка, если 7 кубов достать, а потом один. 3 закинь. Это ж круто. Бранденбургские ворота. Угу. Бомс, зеленый. Я. Ну а и чё мне делать? А, еще серый остался. И чё? Ну чё? В тени. Чё, вот сюда залезь. Или залезь, да. Залезешь? Получится? Залезет. Ну я там не вижу. Вот сюда, на краешек. Да, вот так. вот. И вот тут на краешек ты встанешь. Белый положить. Да, бамс, есть. Ну и серый остался. Кто ходит, кто хочет. Давай этого застрелю. Давай. Попробую. А что еще делать? Ну вообще-то нам надо пересекаться с ним. Ну вы-то пересекаетесь. Ну мы пересечемся. Ну застреливай, а он тебя не догонит все равно. Да? Давай, застреливай. Только я, знаешь, что сделаю? Так. Вот сюда в тень уйду. Да. И шмаляю. Все равно надо чистить. Кубик. Шмаракумба. Шмаракумба, раз. Чистить надо, да, они постоянно вылазят. Из левого беру. Ну, о, левый не подходит. Да, я же говорю, левый. Он они специально, там скапливаются. Он специально в левый кидает, короче, белый, я понял. Плюс один. Да. А за то, что он пешком пошел. Закинули. Закинули, да. Карп! Так. Чуть ворона своего не пристрелил. О, опять я. Давай. Ну я пойду этого караулить, а что делать? Да, тебе тогда вот на этот мосток. Да, на мосток, чтобы он пробежал туда. Заберешь шапку и отдашь ему шапку как раз. И он как раз вот отсюда и пойдет на карнавал. Да, да. Я буду вот так идти. Соединяйтесь, а мы тут, я же тебе... Сейчас мы сольемся, в экстазе. Гомункул. Да. Короче, залез. В белый кинь. Никого стражника не надо там. Нет. Стражника. Так, бамс. Фиолетовый. И он скачет ко мне. Держи. Ну, все по плану. И все идет по плану. Да доставай, доставай. О, еще раз. Еще я раз. Ё-моё. Да, все. Да, как втопил, а? Уж увидел меня просто, выглянул, я там сквозь стою. Деревья, да. Нах ты. Может, унюхал. Ну, такое тоже может быть. Так, вот, прекрасно. Ну что, мы с тобой здесь пересечемся тогда? Да. Давай. Давай. Я, ты. Давай, подходи максимально давай ко мне, так, чтобы я тебя встретил. Получается, я раз иду, два иду. И бегом на краешек этого. Ну, на край вот этого. А как я туда к тебе запрыгну? В том-то и дело. Еще один ход. Не, подожди, он два раза уже походил, я вот здесь вот с тобой встречусь. Зачем? Смысл? Чтобы, зачем? Чтобы за этот ход забрать плащ. Заберем, у нас еще будут ходы наши. Еще ваши ходы, конечно. Еще серые. Сейчас какой-то. За этот ход ты все равно не заберешь за белый. Не знаю, экономить ходы надо. Все равно не заберешь. Не заберешь. Конечно. Почему? И нам все равно в ту сторону двигаться. Иди сюда, я если буду к тебе. Если я побегу, идти. Я вот здесь его встречу и заберу. А смысл? Потом значит. Назад идти. Ты иди так, а я буду тебя догонять и вдогонку тебе передам. Ну давай, Лаш, кстати, отлично. Зачем? Тогда я сюда, вот здесь встречаемся? Да, да, ты иди, я вдогонку за тобой пойду. Так а если сейчас он будет ходить, он еще больше убежит? Ну, на краешку сюда. А тебе надо вот здесь в лесу попытаться этих... Не, давайте соединяйтесь тут. Фигня это все. Потому что тебе... А ты останешься здесь и будешь вот этого попытаться убить, вот этого, чтобы часы... Подожди, набить. А так можно? Я же спрыгивать могу куда хочу. Да? Ну да. Да. Не обязательно с края мостика прыгать. Окей, ты ну прям... да, шантропопис уже. Где я? Зеленый еще один. А, вот. Ты прям так решил. Ну, на краешек. Блин, ты... а вот ему тогда надо было подходить на край. Ну все. А, уже. Вот так да, вот? Да, да.
Все, плащ забрал. А, ты нет, белый вытаскивает, ты побежал. Все. Плащ забрал. Ну окей, погнали. Вы все-таки хотите, да, их завалить? Да. Так, а чё? Часы не лишние. Да надо, чтобы они еще вылезли, понимаешь? Ну вот, они сейчас полезут. Вот сейчас полезут. Дай бог. Так, минус. Раз, два, три. Ага, открываем. Опа. Минус, минус один, три, пять. Вот они как раз. Вот этот вылез. Вот его сейчас завалим. Я могу стрельнуть. Я тогда останусь тут, буду девятку давай ждать. Пятый вот здесь открылся. Буду девятку ждать. 14-16. О, шапка. Или плевать, я пошел в шапку. Вот, видите. Иди в шапку. Я в шапку. Плевать. А 16-й, 14-й вот здесь. Где? Вот. А. Ой, как там сочно. У нас есть мешки. Мешками можем. И убить можем, и бежать. Кстати, можем. Да, мешками. Мешков да, нас... да, отлично. Межги. Межги. Так, и часы. 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 Все, да? Все. Фух, тук-тук-тук. Опа, зелененький. Ну чё, я втопил. Топинамбур. Втопинамбур. У меня, кстати, ещё есть это, бухлишка. Подожди, бухлишкам а как... надо? А ты... Спрыгнул. Ты прям так хочешь? Да, напрямую. Вот сюда. Ты дурак? Блин. Сейчас это всё замешается, и шантропопис тебя поймает. Я свинцом сейчас побегу. Я вот здесь вот буду. Свинцом тяжелее будет. В смысле? Ну свинец тяжелый, куда ты его? Ну, во-первых, вот здесь вот он меня не поймает, но только ну если два вытащит. Все, оставь, тогда не если, надо винцов. А если два? Нет, трать винцов. Тогда беги. Беги. Почему нельзя, блин, по этим идти? Я не понимаю, блин. Ты долго понимаешь? Долго. Мне уже надо на турнир. Типа шапки у тебя нет, на турнир ему надо. Ну, ты сейчас достанешь. Да, конечно. Ну или я достану. Просто понимаешь? Этот сейчас уйдет, следующий уйдет, жетон, и уйдет, все. Уйдет, конечно. Просто понимаешь, в чем фишка? Что сейчас, если мы все будем на мостках, он не пойдет никуда. Будь стоять-то. Сопливый. Я считаю, это долго. Реально, ладно, без этих мостков хочешь вот так вот обходить. Делай. Ну. Давай, хорошо. Блин. Считаешь, делай. Ну тогда ставь вот так, чтобы он подальше от него был. В конце концов. Вот. Есть. Робин Гуд прибухнул и как втопил. Ой. Доп ходы не забывайте. Да. Мне. О. Что осталось? Надо пытаться с этим, с мешком отбирать. Беленький туда закидывай. Ты в тени? Да. Да. Супер. Белый закинь туда. Да. И да, и я буду в него бамс стрелять. Удачи. Из левого уголка. Нет, подожди, рано еще. Вот, вот сейчас давай. А там ничего нет. Белые кончились. Вот, белые кончились. Ну ничего страшного. Доп ход. Свой я делаю. Свой. Белый. Стражника? Да плевать на стражника. Правильно. Шапка. А, думаешь? Конечно, шапка важнее. Да, шапка это главный квест, а этот дополнительный. Да не, я понимаю. Ну, шанс, тебе ну, все равно чем-то есть, заняться надо делать будет. Ну, туда я точно не побегу, я сюда буду. Пришел сюда. Естественно. Давай, давай, давай. С белым? Закидывал? Да, белый. Да. За второй? Да, сейчас, да. Ну, я просто два достал. Хорош. Все. Я, извините, я случайно. Ну, так, ну один раз, выполнен. Два. Шапка моя! А, фу, я квест, говорю, выполнен. А я все думаю, стражника не убиваем. Да, да, да. Шапку, шапку. Блин, ладно. Ну и я хожу, мой. Вот. Ходи. Тебе вот надо ждать. Беги в тень максимально. Да не надо это в тень, ему на мостках надо остаться. Конечно, его шантропопец поймает. Конечно. Вот здесь не поймает. Даже за два хода. А зачем? Я вот сюда сейчас перелезу. Не, на самом деле отвлекаешь. Отвлекай от нас его, уводи. Да? Вот да. Ну, давайте, давайте, давайте. Хорошо, хорошо. Давай. Мои хорошие, согласен. Мои хорошие. Белый закинь. Согласен. Отвлеку. Отвлекушечки. Все равно, если что, у меня мешок есть. Два мешка. Закидай его мешками. Убери. Давай. Оп.
Угу. А вот и красный. Раз, два, сейчас три. Сейчас будем ехать, если что. Нормально. Вот проверим. Оп. Так, 7, 8. Ай-яй-яй. Ну ладно, не страшно. Когда ловит, что там? Два. Надежда падает? Нет? Раз, два. Угу. Да. Надежда упала на два. Восьмой. Восьмой. Это где-то там. Пять. Внизу. Вот. Вот этот. 13-16. Так, 13-16. Где? Вот 13. А, 16, вот сейчас бы уехал. Еще один плащ. Сейчас бы уехал. А, он уехал. И бы, все, да. И не было бы его. Да, вовремя. Он бы сейчас уехал. Вовремя, все, 24. Я говорю. Да, карета появилась. Да, хорошо получилось. Прям на тоненько. Ну, не очень, что Дэна поймали, конечно. Но... Это да. Так, Ну, кто знал. Часики, ребят. Часики одни убрал, и с этих надо поубирать. А с кого? Нету. Ну, давай. Вам белым. Так, мы сперва ходим, потом ты. Почему? А чтобы он уже дерет белых накидать ему. А, ну давай. Я не знаю, мне не бежать к тебе тогда. Да вообще не беги сюда, лезь, чтобы он к тебе не шел. Да, залезь вот сюда. Если я буду здесь, а ты куда пойдешь? На мостки? Ну конечно, а что он догонять меня будет? Я же тоже прятаться буду. Я просто думал торговцам. Какой у меня смысл? Взять что? Бочонок еще один. Или щит от этого гея. Тебе щит точно не нужен, он тебя не догонит. Мы на себя его возьмем. Ну тогда рог можно, бочонок там. Он обменивает, да? Mm-hmm. Я вообще бы веревку бы взял. Веревку? Мне кажется, на турнире пригодится. Мне кажется, нет. Веревка — это из замка убегать. А у тебя вообще сколько? Нафиг на турнире веревка. У меня есть только меч. Ну и плащ. Да. Так. Рог надо брать. Рог надо, я возьму рог, я тут буду. Ну, я два не лишние будут. Ну, возьмите роги. Роги в руки. Вот, правда, я белый тогда не накидаю. Не, никак. Ну вот, поэтому... Поэтому прячься, а потом слезешь, пойдешь туда. Ты, мне сюда надо. Ну так пойдешь сюда. Ну, зачем да. Тебе рог? Тебе нужно... Это сейчас не приоритет. Кричал, говорит, нам надо квест выполнять, но я пойду рог возьму. Давай тогда. Да подожди, белый. Как ты? Вот ты ж вот так вот. Да, дальше. Пройдись дальше. А. Выполняем квест, идем собирать рога. А, ну кстати, я ж в этого могу стрельнуть. Да. Да. Шмальни. Давай. Отлично. У меня еще и там дофига цветь кубиков. Еще сейчас. Миссия. Красавчик, плюс один. Да. Вот теперь уходит. Аллилуйя. Да иди сюда. Ну я бы хотел больше лиловых вытащить. Да конечно, мне тоже хочется. А можно я похожу? Да. А, он же еще по белому не ходил. Я же тоже не ходил, да. Другой вытащишь, давай, мочи. Я же тоже не ходил, мы же как хотели кубов ему накидать. Так, ну тогда... На мостике тогда. Буду куда-то, наверное, залезу. Залезь и стой с краю. Да, да, да. Вот так вот. А он побежит вот так ко мне, ну и пусть бежит. Оп, оп, и все, пока жду, когда вылезет девятый. Да, да, да. Теперь да, я буду... Да, теперь ты. Тибердай. Тибердай. Заповедник. Угу. Так. Угу. Отлично. Еее. Вообще красиво. Так, ты на месте был? Да. Закинь. Хочешь еще одну шапку тебе добуду? Нет, мне нужна одна твоя. Вот теперь доставай. А ее продать? Подожди, можно? А может за золото? Ее продать можно. Ее же продать можно. Было бы на что. Фиолетово. Я добавляю. Я добавил, да? Я добавил. Раз, два, три. Камни. Вас он не видит. Угу. Покатался туда-сюда, может. Да, он там. Пусть катается. Ну, сколько влезет. Туса. Оп. Желтый. Туса Гая Гинзберг Джуса. Ну и что мне делать? Давай я к этому побегу. Беги, я, короче, это... А как я тебя догоню? Ты прям побежишь? Как? Ногами как? У нас расстояние... Тебе все равно туда ну, идти. Нам обоим все равно куда-то сюда, потому что тут надо из горожан выручать, и это все, пятое, десятое. Давай, беги, да. По дороге встретимся. Горожан надо выручать. 140. Да.
Плотник с трудом улыбается вам разбитыми губами и указывает на синяки и ссадины, покрывающие его лицо. Последнее напоминание от шерифа, что не стоит мне связываться с преступниками вроде тебя. Вы похлопываете его по плечу. «Я здесь, чтобы отвезти тебя в безопасное место!» Коллин только качает головой. «Благодарю, конечно. Но что будет с землей, если все честные люди попрячутся?» «Нет. Старое дерево вроде меня с места не сдвинешь. Где стояло, там и будет стоять. Или падет под топором. А вам, друзья, всего наилучшего. Вы можете положить в мешок 4 белых кубика». Плотник был одним из двух жителей, которым угрожала опасность. Сейчас вы можете убрать один красный кубик с песчаного круга на турнирной площадке. Затем переверните жетон плотника. Он решил остаться. Он решил остаться. Но я остаюсь, чтобы жил Канелон. Я немного боюсь. Так, ладно. Погнали. Ну, и ты что делать? Ну, к нему пойду. Торгануть да. Шкуру на буру. Конечно. Главное, этот мужик уже уехал. Два зерна на овцу. Раз, два. Раз. Так тоже. Чё берёшь? Да, зачем я так далеко вот так скрываю? Щит, вино, рок, наверное. Да, рок. Давай для начала 120 прочитаем там. Ну, давай. Вас снасилуют. Не, там у него ослы, я не хочу. Дай пройти, я тороплюсь. Не хочу пропустить большой турнир. Или у тебя есть что на продажу? Можете переместить любое количество кубиков вашего цвета, ага. Затем переверните жетон торговца. Одноразовый. Одноразовый. Всё. Ну, что берешь? Я беру рок. Да. И все. Золото менять. Лук не продавать. Так себе. Нет смысла. Да, ладно, хорошо. Все. Ну, уронили меня. Уронили малышку на пол. Да. Спойлер. Уезжает, причем. Это, скорее всего, если бы мы тут не напали, у нас был бы еще шанс. Хотя нет, это, наверное, другая. Да нет, это другая. Это другая. Филипп. Все, погнали дальше. Что там осталось? Возможно, это деревянная повозка. Остался. Это повозка, в которой золото увозили. Тоже серый. Дайте мне, мне надо дважды пробежать да, от него. Да, давай. Беги. Беги. Бегом? Ты к торговцу решил? Ну, я еще могу подраться тут с этим. Делись. У меня меч. Делись. Голова с плеч. Конечно. Кстати, мне что, шапка нужна? Мне, может, с Дэном будет и не пересекаться. Да, я продам потом. Да. Хороший план. Давай. Ты бежал? Мешок. Я бежал, да. Так, ну, с мечом плюс 2 кубика это 5. Раз. Два. Так, из левого угла. Не, а что рано из левого? Да блин! Сказал же рано! У тебя же 5. Ну что ты за... Это реально работает, это я не знаю. Я говорю, смотри, в левом углу нету, беру оттуда все. До свидания, закончим. Так, ну слушайте, все, мне можно идти на турнир. Это трындец. Я так... Нет, нельзя, потому что... А, еще одного не спасли. Одного спасли. У меня просто пальцы ловкие, я пока мешаю, а пальцами сам так... Мне кажется, жена кузнеца тоже в опасности, потому что кузнец убежал, его вызволили, и она в опасности. Вариант, да. Ну, все равно всех надо смотреть. Ну, тут вот этот, либо этот. В любом случае. Да. И поскольку она дальше, вероятнее всего, что она. Давай. Да. О. Филолетовый. Я беру 3. Я взял. 1, 2. Я беру 3. Я беру 3. Пум-пум. Зеленый. Я. Вперед. Беги. Беги. Вот сюда добежишь и с этого стрельнешь. Да, точно. Хороший план. Там шанс сейчас хороший, белок там много. Ну, у меня тем более лук прокачанный. Да, ты ж 5 кидаешь на лук. Ага. Да, достает. И раз. И два. Да ё-моё. Сейчас из правого просто угла вообще брал. Да. Ну это эти, залётные, короче. Из левого. Чик. Левый перемыхнули справа. Чик. О, красный, отлично. О. Да, вначале красный норм. Раз, два, три. Отлично. Уехала. Ага. Ну пожалуйста. А где? Подожди. А, что? Жетон, да. Давай. Сейчас, а где? Слушай, а всё-таки этих больше. Дайте 9-й.
Да. Четыре, шесть, девять. В смысле поймал? Ну поймал, да. Ну ты ему навалишь сейчас. Я понять. Знаю. Ну правда вот. Да, раз, не два. Страшно, справимся. Так, 4, 6, 9. 9 есть. 4 вот здесь ушел. Ага. 6 вот здесь внизу. Часы ушли. Ушли. И кто еще? 9, 11. 11 есть. Вышел. И что там еще? 13, 18. 18, вот этот ушел. 19, 19 есть. 13, 18, 13 надо найти. Вот он. Свалил. Да. Соколова нет. Ну и все. Так. Блин, падает Барт. Я ловил его. Ну, на значит, живца. Просто мы не будем их доставать. Да? Да? Будем играть то, что есть. Да, да, верно. Справимся. Должен. Я замешал. И этого мужика надо. Подожди, а эти не должны были скинуть? А, вот это да, скинули. Да, вот, да. Вот отсюда а, один. Да. Они не скидывали. Да, 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 да. Время заканчивается, пацаны. Ну, три. Три, да. Надо найти. Я побежал на турнир. Ну, если я сейчас завалю, а я его завалю, то будет сейчас плюс одни, да? Часики. Или с ней поговорить? Нет, поговори со Святым Отцом, он ближе к турниру. Подожди. Ближе. Стража. Там же и ты еще будешь ходить, может, ты поговоришь. Да, стража, я с ним поговорю, я туда. Могу этого... Да, все нормально. Ну, к ней бежать. Хотя, да, подожди, да. Нет, не надо не, бежать. Не, не надо к ней бежать. А я на него ворона кину. Пошел он нахрен. 200. Ну или убить его. Ну либо застрелить. Потому его, что да? Очки. Священнику вряд ли угрожает, мне кажется. Он нам помог, алло, здрасте. Он нам помог. Да. И она помогла. Большой турнир. Точнее, он помог, а не она. Ну это ж ее муж. Ну ее муж, муж виноват. А она что, зачем? Это правда, задыхается Меган. Вы смогли освободить Алекса? Да. Вы киваете. Но мы считаем, что сейчас ты сама в смертельной опасности. Тогда передай ему, пусть придет к нашему старому месту встречи, к пещере короля. В детстве мы там вместе играли. Отлично. Особенно важно, теперь переверните жетон 102, ты камни на краю да? леса. 102, камни на краю леса. 102? Да, 102. Покажи. Вот он. Тут не нарисовано, вот он. Опа-на, тайная пещера. Прикольно. Нет. Мы беспокоимся о твоей безопасности. Я бы предпочел отвезти тебя прямо к мужу, в наш тайный лагерь. Задача. Вы должны отвезти Меган в тайный лагерь. Я? Теперь возьмите с игрового поля жетон жены кузнеца и положите его перед собой. Я? Ну, передашь. Мне на турнир. А ее можно передать? Можно. Да, да, примечание. Вы можете передать жетон другому игроку, если ваши фигурки соприкасаются. Отлично. Жена кузнеца – одна из двух местных жителей, находящихся в опасности. Если она доберется до тайного лагеря, вам... Просто нужно коснуться фигуркой выемки с лагерем и оставить жетон Меган у костра. Это вот сюда тащить. Чего? Аж туда? Вы можете убрать один красный куб из песчаного круга на турнирной площадке. Через лодку. Через лодку, конечно. Вы там встретитесь и на лодке поплывешь. Ну сейчас надо, чтобы Дэн у меня ее забрал. Да-да-да, и на лодку. Он на лодку, а лодка здесь. Отсюда не поплывешь. Вот это косяк. Прикинь. Пехом. Пригнать лодку надо, блин. Вот это а жесть. Ты чешешь туда, убиваешь там стражников. Ну, короче, резвишься. Надо время. Слушай. Ну я буду вот этими заниматься. Так она не считается еще спасенной. Да, нет, прикинь. Этот-то решил остаться, то есть с ним ничего не сделаешь. И а вот... ее надо спасти. И вот как быстрее будет. Как быстрее? Лодкой. Дэну надо. Какой, а такой лодкой она здесь? Да, ну типа если я... Ну, это надо было приплыть сюда на лодке и уплыть. Но кто же знал-то? Так в том-то и дело, что мы пешком сюда шли. Но мы пешком шли, чтобы шапку отжать. А тут в принципе, понимаешь, что от нее до лодки, что ну там дольше. Я просто да, думаю, может вот так. Ну чуть-чуть, ну на один ход больше на самом деле. Да. Ну это ноги в руки и бегаем. В телегу. Сука. Ну есть два золотых. Сейчас я вот этот еще золотой два добуду. Два золотые. Да, я знаю, знаю. Сейчас еще давай, вот этот достану. Добудем. Давай. Я достаю. Ой, серый. Вот, Дэну. Или мне. Мне, отдай мне жену. А там... Ну забирай. Мы с ней как две подружаки побежим. Так. Дева Мэгган. Так, я здесь. Я не дойду, поэтому я бегу. Ну, естественно. Ну, бегом, да, так ходишь, поэтому вот тебе дело. Вот мне дело, да. Шапку я тебе не отдам, у тебя своя есть. У меня своя есть, да. Я, если что, продам. Вот опасный.
Ничего, ну что ж теперь. А красный, а, красный вышел. Я еще потом своим ходом похожу. Все. Золото сейчас не будем тратить, просто он. А, ну он. Да не дойдет. Нормально, нормально. Золото. А он это... кому сейчас ближе, к нему или к нам? Мерить, нет, к нам. По-моему, это 100%. 100% к нам. Он даже если будет идти, потом вот так тык-тык-тык, и тут спрячьтесь. Mm-hmm. И пусть он уходит. Давай, ладно. Да, да, да. Давай. Белый. Белый, все. Че, я? Да, давайте вы. Давай, я, короче, вот сюда на краешек встану, но без этих транспортиров. Ну, ага. Подожди. И постреляю из лука по стражнику. Да? Да, ну, не и... сразу же на него нападать. На глазах у стражи, прикинь, такой на дворянина. Да нет. В городе. Я не про Робин это. Робин Гуд, блин. Я не про это, я про давай. То, что может мне тогда, чтобы миссию выполнить. Кому лучше? Ну, уже закинь. Успеешь. Успеешь. Вот. Выполнишь ты. Главное, у меня 5 куб. Вот это, да, я про это. 5 куб. Ну, я ж один кинул туда. Да, я один вытащил. Ладно. Нормально, нормально. А, у меня 6 кубов будет, да? Да. У тебя же меч. У него меч плюс 2 и своих 4. Нет, меч плюс 1. А, 2 5. Меча будет плюс 2. Все. Топор круче, чем меч. Понял. А топор и меч можно? Я думаю, да. Да. Не написано. Смотри. Ты можешь 2 меча и топор. Где ты все это вот, во время боя с топором вы можете использовать дополнительно один меч. А. Ну, то есть, да. Ну, один 2 руки. Ну, 2 меча то... и топор нет. Один топор и да, да. Слоты для рук. Да. Смотри, я кинул один белый за себя. Один топор, я короче, дерусь. Смотри, вот так берешь 2 меча, топор привязываешь вот сюда. Ты вот так и головой машешь. И головой. И нечаянно себе все отрубаешь. Так. Слышь? Да у него 4, нормально. Слышь, Джон? Все нормально, все хорошо. Есть. Одни. Выполнили. Так, вот это плюс 1. Часы. Плюс часы. Yes, yes, yes. Хорошо. А чё ты меня забрал? А, ты можешь, кстати, там, чтобы прикасался с этим жетоном. Ну да, 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 так. Чё нам надо? Тебе, может быть, понадобится к Дэну навстречу, чтобы жену передавать. Да, 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 я передам тебе жену и пойду дальше торговать. Жена пошла по рукам, жена кузнеца. Давай, 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 я согласен. Да, 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 да. Ну, кто не ходил еще? Все походили. Нет, Дэн не ходил. В смысле, то походил только он. А, и ты походил. Я еще ты не ходил. Тогда я бегу. Шантропоп. Трынь. Добегаешь до телеги? Вот тут, кстати, тоже тень. Трынь. Да. Прикольно. Тут просто если этот появится, чтобы он тебя обратно не утянул. Не добегаю до телеги. Вот здесь в тень становись. Тогда в тень. Потому что сейчас этот вылезет и тебя оттянет. Ай-яй-яй. Да не вылезет, потому что красный уже вышел, а будет еще мой ход. Да-да-да-да. Ну давай там. Никуда он максимум, не делает. Максимум, давай. Программа «Максимумы. Скандалы, интриги, расследования». Вот так вот. На всякий случай. Угу. Следующий. Да, давай. Да, блин, не спи. Ладно, да я думаю. Да что все нормально, думаешь? Сейчас золото пойдет в ход, если хода что. Хода нет, ходи с бубей, давай. Давай. Нормально. 3. Сейчас за золото Дэна побежим. Ну и остался желтый и синий, в принципе. Можете ходить как хотите. Так. Все, погнали. Да. Синий. Можете ходить. Беги навстречу. Значит, я хожу. Ну так вот же. Ну, может, навстречу ты, может вот сюда? Может быть ты нарцисс и себя на вы называешь, ради бога. Так, раз, да ты ж можешь запрыгивать нормально вот так отсюда. Можно так? Да. Я думал, надо прям подниматься. По-моему, на край надо. Москву на край раз. Конечно, да. Подниматься да? Надо. Ну, а да. Я все время так прыгаю. Да. Ну ты, Робин Гуд, тебе можно. Вроде про мосточки написано так было. Ладно. Угу. Ты хитро Робин. На краешек, короче. Там. Да, побежал. И последний, желтый. Желтый. Я это. Тебе надо за бабки будет. Щеманут. Смотри, я разговариваю с кузнецом. С Торгош. Торгошей. Торгошей. Маргошей Торгош. Ты, кстати, можешь у него за шапку венца купить и побежать. За сюда. Шапку и за шкуру 2 венца покупай. Давай. Хорош. 100. Хорош. Вот так. 2 венца покупай. А можно 2 вина за один ход? 105. Или сейчас скажу. 105. Нет, там сколько угодно. Давно. О, этот не переворачивается, кстати. Тебе бы сейчас не высовываться, охает торговец. Сегодня же день большого турнира. Стража кругом. Дворян из ближних и дальних земель понаехало. Ладно, быстрее говори, чем могу помочь. Сейчас можете переместить любое количество своих кубиков с верхнего на нижний. Все, да. Жетон торговца не переворачивается. Этот постоянный. В лесу, потому что к нему легче добраться, он одноразовый, а этот постоянный. Да, да. Подожди, стой. Я хочу за золото бежать, потому что шантропопец меня треснет. И я бегу с вот этой штукой. С вином? С вином.
Да не это. Что? Там должна быть вот ненужного нам цвета. Ладно. Ну, а это какая? Она могла быть другая. Нет, они все одинаковые. Тогда ты мне не нужен. Я его сам отнесу. Тащи сам. Отлично. У меня два вина. Минус одно вино сделай. Ну, сделал, сделал. Беги. Не сделал. Да не расстраивайся. Не, на самом деле я могу прибежать сюда и отдать тебе ее. Ты лишь. Хватит бедную жену передавать. Причем, знаешь, на мосточках пить. Да, да, да. Ай. Споткнулся. Ну да, вино. Вино крепкое. Как горчик. Что ты падаешь? Да он под вином. Да хорош. Гля, как рванул. Рвануло. Так подожди, он пил вино, а жена как? Без вина. Такая, эй, подожди, я не могу так быстро бежать. Мэриам, подожди. Я думаю, бочонка на двоих хватит. Ты прикинь, бочку вина выжрать. Да там бочонки маленькие. Да, я там маленький. Знаешь, как собаки еще с собой носили вот эти вот. Да ладно, за портаки ее схватил. Так, погнали? Заново? Подожди. Я подумаю, может, еще одно золото надо. Чтобы на этом ходу? Ты поставьте мне, если что, доп-ход, а? Один. Я думал, два. Ладно, нормально, время есть. Мне еще доп-ход, возможно, есть понадобится. Все, окей. Погнали. Неизвестно, что там на турнире, его еще выигрывать не так просто. Да. Ну ты иди прям на турнир уже. А золото? Золото надо, 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 надо. Ну по пути. Это, кстати, по пути. На 7 или на 6? На 7, на 7, на 7. По пути, по пути. Так. Ко мне. Да, потому что нас он не видит. Ну пусть. Это, конечно, неприятно, что он. Да еще далеко. Надо его на себя. А на турнире он, наверное, меня не найдет. А я уж в этом, он меня не видит. Он стоит на месте. Точно. Офигеть! Поэтому и надо их скомбить, чтобы пока я на турнире, он за мной не бежал. А я-то думаю, как его отвлекать. Я думал, на себя. Да, это ж механика. Опа, красный, погнали. Раз, два, три. Мешок. Где там он? Оп, 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 оп. По-моему, это больше не будет двигаться. Опа. А, нет, может еще двигаться. Нет. Ой, два. Два, три, семь, девять. Так, три есть. Семь это вот здесь. Девять. Два это вот здесь на стене. Три, девять, семь. Какой еще? Два, три, семь, девять. Есть. Семь. 14, 17, 21. 14 уехал. 17, 21. 21, вот он. Уехал с золотом, мужик. Ну все, тогда я на турнир. Тогда иди на турнир. Есть. Погнали. И дальше. Часы. Часы. Эти ушли, и эти ушли. Все. Угу. Ну, ну а мы еще тогда... один ход есть. Ну, мы если начинаем... только минус не выйдет. Да не, мы сейчас грабить будем. Корованы, давайте. Оп, желтый. Ну вот ты тогда уже и бегал. А как? Ты мне тут мешаешь. Сюда а под... какая разница? Через тебя нельзя. Через серьезно? Персонажа нельзя. Подожди, тогда вот тут вход. Нет, тут входа, мне вот сюда надо. Ой, да вы издеваетесь, что ли? Серьезно? Рог, есть рог. Смысл, что мы тогда... В рог потруби. А, да, давай в рог. Давай в рог, да. Блин, вот вы встали там, конечно, так неудачно. Так мы же собирались передавать, я думаю, ну, да. Что тогда. Давай я тебе просто через мотки, через мотки перекину. Если можно было бы. Да, блин. Стоит на месте, стоит тут на плюс месте. 3. Ну это не то, что нам надо. Да? Да ёпарасоте. Вы чё там, блин, Додики. Мы там не можем разобраться, какой ногой, куда, что. Серый. Ну, вот теперь... Иди отсюда. Я ухожу. Да. Я... Ну что ты мне проход закрыл? Куда мне теперь идти? Назад. Застрели это. Нет, не застрели, зачем, а прямо на него нужен? Это наступи. Прям наступи на него. Да, да не хочу на него наступить. Давай сверху такой. Четыре, а не три. Да подожди. На ты. Голову ему может, прыгай. Может этого тогда валить? Прыгай ему на голову. А нахрен он вам дался? Он всего один, и на это нас спасет, от, если будет на жетоне минус. А ты до туда не добежишь. Поэтому... Прыгай ему на голову. Прыгай ему на голову. Реально прыгай. Давай, как в контре. Да блин. Давай, прыгай. Как в Danger Zone, давай. Давай, давай, давай. У тебя будет, смотри, так 4 плюс меч, 5. Да 5. Я ж не против. Ну так и все. Ну это единица, а тут рог. Да хрен с этим. Уже один раз подудел, что толку. Ага. Ну, чё, а он вот с вином, кстати, добегает подудел, до лагеря. Подудел, и вот помогло, да, зато нет, теперь он пройдет. А, я мне коснуться надо. Как это? Чё, коснуться не... костра надо. Не зря подудел. Нет, лагеря, костру, а да. Оставить ее на костре. Ну, давай, на. На. Один плюс. Ну и что дальше? Ну все, нормально. Чиль теперь дальше. Чиль, дальше. Следующий. Я недоволен.
Хожу только и бью всех. Вот. Да. Вот иди. Иди. Так что происходит? Ну, белый что кубик докинуть разве что. Мне, скорее всего, на турнире нужны будут белые кубы. Ну да. Давай. Делайте мне кубик. А, тебе кубик. Спасибо. Рубик. Ай! Кубик-бубик. Вот теперь он до тебя будет бежать, Гайгиз. Кубик-бобик. Все сбили. Кобби-добик. Да пусть бежит, ему там бежать. Давай, доставай. Меня, белый, до желтый, зеленый. Желтый. Замечательно. Давай, сдавай уже. Минус вина. Подожди, сейчас я попробую без вина. Я без вина. Ничего не могу. Ничего не могу, да. Поэтому... Ну, слезть на землю не сможешь. Нет. Да, пей вино и сразу туда. Вот так и... Спасено. Видишь, как пригодилось-то тебе? Винишко халявное. Да, да, да. Все, женщина спасена. Все, путь на турнир открыт для Робина. Все, иди. Сейчас пойду, достаньте мне кубик мой. Ой, ходы и каноны. Зелёный! Так, у меня вина, к сожалению, нет. Белый, отлично. Да. Бежим. Блин, а этот, если вылезет? Будем сейчас ходы собирать. Кто вылезет? Стражник вот этот. А ты все равно не долезешь. Ты пока в тени не встанешь. А потом из этой тени в эту тень, а из этой тени в ту тень. Да, я напрямую до турнира дохожу, ну, на следующий ход. Ну, добежишь бегом, если, то добежишь. Конечно, бегом. Зачем? Мне надо. Зачем? Это же нелогично. Логичнее пройти вот сюда, потом в эту тень, а потом обратно. Конечно, давай еще в эту сходим. Не, в эту не надо. Можно по веревке залезть и через... По веревке точно, через замок отсюда потом вот так спрыгнуть. Да. Я туда телегу притащу. Слушайте, а может мне за золото пойти уже туда и начать там это... Вот это эпичная тема. Прикинь, ты с крыши прыгаешь и в воздухе стреляешь с лука. И в мишень. И в мишень. А меня не выигрывал, потому что я не зарегистрировался. Там, скорее всего, еще ход надо будет стоять. Что это он. Что ты не... Давай, иди, мешок мой используй, тебе золото кину с другого конца. От души, братка. Кстати, а пешком дойду? Дойду. Это вчера в пасеке вообще момент был. Давай. Не дошел. Дошел. Ну ты что? Не в тени стоишь. Ну дошел, но не в тени. Да какая нахрен разница? Тень? Да, все, а что? Я же в этом. За золото ты? Да, за золото. Стоп, а почему он ко мне бежал? Он никому на не бежал. Да. Все нормально. Белый кубик разница? Положи. А какая разница, тень, не тень, да. Белый положи тень, за меня и да. Читайте мне 65-й. А кстати, да, что ты боялся этого стражника? Он же тебя не цапнет. У тебя же костюм. Логично. 65. А костюм тоже не трогали? Не. Зачем мы мешок использовали? Я знатный гражданин. В смысле? Чтобы быстрее. Ну так бы дошли, все равно еще ждать. Я не знаю, там... сколько еще ходов там, да, придется играть. Да. Ну ладно, хорошо. 65-й. Вы можете продолжить чтение, только если Славик стоит на жетоне 65. У него есть шапка и плащ, и лук. А на песчаном круге нет красных кубиков. Все соблюдено. Когда снова наступает ход Робина, и он стоит на песчаном круге, ему разрешается выполнить специальное действие – стрельба по мишеням. Mm-hmm. Она работает так же, как действие бой с луком, поэтому Робин может вытянуть до 5 кубиков. Чтобы выиграть, он должен извлечь из мешка 2 белых кубика за один ход, ну, прежде легко, чем на плохой концовке не останется фишек часов. Нормально. Просто мне еще надо, прикинь, мне надо дойти сюда, дойдешь, вот, и потом ход начнется следующий. Да. Это не действие. Когда снова наступает... Блин, круг, надо было бежать. И он стоит на песчаном круге. Ну, мы ж не знаем. Ну, я не знал. Ну, у нас бесите. Куча ходов будет, да ну брось. Да угомонить, блин, чувак. Куча ходов. Ну, ладно, давай. По 3 хода, считай. А вы походили? И вот сейчас, последний. Вот, иди к своему песчаному. Ну, тут я пешком дохожу просто. Все, белый за тебя кинули. Белый за тебя кинули. Я хожу. А ну, расступись. Давай, толкай их там все. Не-не, только не, чтобы я белый не бегу, голову. Конечно, больше. Конечно. Вы просто часы отсрачиваете и все. Отсрачиваем. Только стражник нет, ловит, давай тебя. Лучше беги. Надо плюс 2 кинуть. Это будет лучше. Ладно. Там а будет рок. Согласен, согласен, согласен. Там рок, да, будет. Ну, там белых нормально, давай. И я вот так вот встану вот сюда. Хорошо. С бочочку. Все. Ну, поймай, стражник. Плюс 2. Отсюда. Так вот, мы сейчас делаем плюс 2, минус 2. Все нормально. Бамс. Раз, два, блин. Все норм. Да, не норм. Еще рог. Раз, два. На, рог ему дай. Рога мне дай. Теперь я. Я теперь просто куда-нибудь похожу. Да тоже, иди. Да на мостки. Сверху стреляй по ним, если кто-то будет. Да, вот так и белый закинули. Ну, по-моему, это ГГ. Ну, это да. У нас, блин, дофига ходов. Угу. Это проиграть, я не знаю, что надо сделать. Белый. Ну давайте я. Да, или вы мне накидаете. Белый, да, соберем.
Я не знаю. Куда. Да, просто спамьте белое. Да чиль где-нибудь вот там. Вот сюда я хочу. Вот, что беленький бомс. Я вот так, смотри, раз, два. Встану. Стой, может вот сюда еще дополнительно белое? А здесь нет вопроса теперь. Ты дерево повалил, все, улья нет. Да, улья нет. Так, белый за меня. Угу. И погнали, стреляем. Ну, два вытащим. А, нет, в начале хода, это значит, я белый не кладу за себя. Когда снова, и он стоит, ему разрешается выполнить специальное действие. Нет, это специальное действие. Она работает. Все, это раз, а надо два. Надо два. Давай. Нет, в смысле, это я, ну, кубик за себя я кладу, то, что на месте... А, специальное действие. Это специальное действие. То есть я, типа, не двигаюсь, кладу белый кубик и стреляю. Я понимаю, да. Что да. Но мне кажется, это роли не играет, у нас там до хрена. Раз. Там их реально до хрена. Два. Три. Все. Все. Там плюс-минус один. Ропот прошел по зрителям, когда очередная стрела поразила цель. С первого раза. Люди с любопытством вытягивали шеи, пытаясь разглядеть удивительного лучника. Робин отчетливо видел их лица и видел, как шелковые разноцветные знамена дюжины дворянских домов сияют в лучах солнца. А еще видел краем глаза, как насторожились люди шерифа. Внезапно он отшвырнул шапку и сбросил плащ. «Кто это?» – выкрикнул кто-то из толпы. Стрелок низко поклонился, но не трибунам знатных лордов, как это принято. Нет, Робин поклонился простым людям. «Робин!» – завопили в толпе. «Это Робин Гуд!» Толпа разразилась приветственными криками. Аж плачу. «Робин Гуд! Робин Гуд! Вы победили!» Робин выпрямился. Он видел лица людей. Голодные, изнеможденные бедняки. Как счастливы и веселы были они в этот волшебный миг его триумфа. Потом он увидел, как изменились выражения их лиц. Глаза округлились, рты открылись, а руки отчаянно замахали. Робин знал, что будет дальше, и закрыл глаза. Разом несколько стражников повалили его на землю. Толпа затихла. Важно! Уберите все зеленые кубики с предметов на свитке. Все забрали. Ну да. И лук тоже. Поместите убранные жетоны обратно на игровое поле. А, убранные. Что мы убрали? Вот это мы убрали. Так. Теперь обе ленты между 66 и 67. Все. Все, следующая глава. Ай да Робин! Ох! У него лук-то какой длинный, а? Сразу подошел так, попробуй. Разойдись на. Че вы тут это вот стоите? Не можете попасть, что ли? Да, ну что, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Не забывайте подписываться на наш канал на Яндекс.Дзене, на Бусти, если хотите видеть ролики раньше, без рекламы, без VPN. Все. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Накатив венца бочонок, Дэн прибавил вдруг силенок. Кузнеца жену спасти, надо б силы наскрести. Шантропопец к Дэну мчится, надо бы ему укрыться. Все бросай. Беги в кусты, ой да там же полверсты. Залетает Филя в круг, расступитесь все вокруг. Я стреляю очень метко, а особенно в коленку.